Объемы поставок яиц с материка на территорию области увеличат. Потребность в этом возникла из-за ситуации на птицефабрике «Островная». Там зафиксировали падеж кур. В связи с этим реализацию продукции пока приостановили. Восполнять недостаток на местном рынке будут силами 4 регионов. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и торговли. На помощь придут регионы, с которыми Сахалин имеет соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Это Приморский и Красноярский края, а также Амурская и Новосибирская области. Сейчас делается все возможное для стабильных поставок через сахалинские порты. При этом в Минсельхозе напомнили, что яйца в регионе также производят фермерские хозяйства и личные подворья. Мы все делаем для того, чтобы в кратчайший срок заместить тот объем, который производит птицефабрика «Островная». А это 80% всего потребляемого, производимого яйца в регионе. Поэтому полагаю, что в течение недели, 10 дней эту задачу вполне возможно выполнить. Ситуация в стране на рынке яйца – она нормализовалась, поэтому предпосылок к тому, что произойдет рост, существенный рост на яйцо, мы не прогнозируем. Напомню, пробы сыворотки от птицы «Островной» дали положительные результаты на грипп типа А. Показатели дополнительных исследований на патогенность вируса ожидают из федеральных лабораторий.